Это я подхожу к пересохшему роднику возле Красной горы, возле Ленинского ставка. В прошлый раз, когда я сюда добрался, уже было темно. И вот надо в такую типа пещеру зайти. Ну, пещера, конечно, из деревьев состоит. И в темноте тут какие-то шоурахи были. И было страшно так. Лавочка, вот люди поставили. И тут такая, как свод из веток, как в пещере, действительно. Классное было место. Было оно, то классное, но родник не течет уже. Может быть, из-за жары. Вон уже банку кинули, бутылку, бутылок набросали. Уже сюда приходят, как всегда, насрать наши доблестные молодежь или наркоманы. Ну, ветка какая красивая. А вон там Красная гора. Жалко, уже воды не наберешь, тут родниковой. Это мой многострадальный лесопед. Это переднее колесо купил давно, раму купил за 250 гривен. Руль от старой Украины, наверное, 40-х годов выпусков. Ну, вот это вот из нового. Колесо... Я не помню, самому колесу уже лет 7, наверное, а резина сейчас быстро изнашивается, то 400 гривен на Украину покрышка и камера. 400 гривочков, представляете? А педали тоже от старой еще Украины. Нет, вру, это не были куплены относительно недавно, а там... Звездочка сразу провернулась почти, я ее проклепал. Таким типа зубило, только круглая. И нормально держит. Какой-то звук странный. Белочка бегает или дятел. Ладно, поедем дальше красотами любоваться. Вот это вот Ленинский ставок. Это с другой стороны от нашей горы. Вот я ее объехал. И, возможно, заеду наверх. Там есть дорога. Это какие-то ягоды. Там классный есть мостик. Может, с него купаться можно. Там какие-то девочки. Их много, я один. Волчьи ягоды или что это? Или дикие сливы какие-то? Тут когда-то пляж был песчаный. Машинка стоит. Кто-то отдыхать приехал.
сейчас и от него следа нету. Боюсь, это эти кустики, это как раз на месте пляжа. Красота. Опять маслины. У нас тут маслин полно. Эти уже поспели, прям такие желтые. Или засохли. Или завяли, или поспели. Ладно. Пробую заехать на гору. Мы, кстати, в школе собирали и сдавали семена вот этой акации, которую здесь посадили. Для укрепления отвалов. Только без деревьев мы потихоньку расползались и выветрили. Ну они и так... Он выветривается, видите, причудливые такие корни. Фух. Для любителей крутого хайка. Ну, здесь дорога широкая, можно даже проехать на машине, хотя и крутовато. С великом карабкаться немножко тяжело, еще и снимать. Фух. Помню тоже, в школе было сюда трудно идти, когда у тебя лишний вес и отдышка. Сюда каждое утро надо приходить и взбираться. А вот здесь вот я бы на машине не поехал, если она, конечно, не внедорожник такой серьезный. Хотя можно пронырнуть на Жигуленке. Ну, в том, что это Красная гора, скорее всего, что-то коммунистическое. Ну и тут двоякий смысл. Смотрите на ее цвет почвы. Здесь дачи.
Там вон отвалы карьера. Там дубовая посадка. Там шахта Гигант, по-моему. Там дробильная фабрика. Там парочка таких же гор искусственных. Наш ставок ленинский. Вот примерно где-то оттуда я снимал про мост видео. Отсюда не видно. Ну, это взбирание приносит много удовольствия своими краевидами. Это надо видеть. Я выехал, выпер велик, а парни не смогли на скутере. Короче, пипец. Неудобно снимать. Никакого наслаждения поездкой, когда снимаешь. Потому что музыка вырубается. Надо отдельную камеру покупать. Только так. В общем, где-то там впереди должна быть беседка. Я уже почти на вершине. Еще такой легкий подъем есть. Извините. Сейчас попробую к краю подъехать и оттуда вас снять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оттуда. Вот, красота. Парни уже проехали. Ну я там тут пляж песчаный видел вообще. Ну все, парни уже уезжают, а я любуюсь краевидами. Блин, надо было с собой водичку взять. Сало, хлеб, спички. Костер бы развел. Мне так много. Сало бы пожарил. Там на Сивок дорога идет. Вот Косыгина. Ну, речку и мост так и не вижу. Надо было другие очки брать. Но оттуда тоже гору вроде не видно. Копер шахты был виден. А, это значит где-то вот там. Косыгина. Интернат девятиэтажки. Шахта Ленина, шахта Орджоникидзе, железный копер, вытяжка шахты,
Гвардейская. А то, наверное, вот это вот Евраз, не помню, как ее раньше звали. И даже он Заречный в дымке. Неудачный смог сегодня. Может, с КМК притянуло, а может, просто туман такой стоит. Может, с Ивока притянуло оттуда. У нас откуда тогда притянет? Троллейбус едет. Ну, тут поваленная акация вместо беседки, которая раньше была. Беседку, естественно, разобрали на металлолом. Там вон отвалы. Кстати, отсюда хорошо видно, что у Орджоникидзе копер покосившийся. Пизанская башня, типа, уже. Эй! Поорать хочется. Ура! Я забрался. Сильно орать не буду. Вдруг кто-то с горы упадет с перепугу.